Короче, у меня такая штука. Две женщины. Будет громко, но куда деваться? Брабус! А ты что снимаешь-то? Тебя что? У меня брабус. Учительница начальных классов. Ну, то есть их две. Брабус. Ну, это так написано сзади. Короче, у меня такая штука. Две женщины, по этим рассказам, по этим словам, где-то ехали, что-то зашумело. Потом в течение двух недель еще ездили, а потом она заглохла. Потом они открыли капот. Здесь вот так щуп выбило. Все везде вокруг в масле. И машина не заводится больше. Так происходит, когда на турбокомпрессоре, на китайском, здесь китайский турбокомпрессор, отламывает вал, крыльчатку на турбине. Вот, сейчас я ее даже разберу. Короче, это очередная переделка. Двигатель там от 145 сил воткнули. Все как попало переделали. Болты, патрубки вот я отрезал ножом, прям выкинул. Потому что все это надоело уже ужасно, невозможно. Лучше все отрезать, оторвать и переделывать заново. Потому что, ну, просто невозможно. Болты сразу все выкидываем. Я не знаю, кто это, откуда все это взял. То есть, видимо, с болтами вообще было туго. Ничего не было. Какие-то непонятные гайки, шайбы. Такое ощущение, что собрали ее в поле. Там останавливался какой-то дальнобойщик и дал эти болты. Здесь что я буду? Буду менять турбину. Буду менять... Ты куда покатился? Вообще. А этот фитинг получается короткий, тоже от 145 сил, что ли? Вот это вот все, вот это как мне быть с ним, вот эти. Этот патрубок охлаждение новый ставить. А с нижним не получится. Нам либо вариант ставить так же, как было, вот. Либо менять теплообменник, чтобы было по-человечески. Но я думаю, сейчас там такой ценник на этот теплообменник, что... Турбина это китайская. Почему она китайская? Потому что должен быть оригинальный шильдик синенького цвета, Borg-Warner написано. Отличить очень просто. Вот эти болты, которые держат на горячую часть, они должны быть на 11. Подключ на 11. И должны быть они, резьба у них, на 7, а не на 6. Так. Вот нам то, что надо будет на следующую турбину. Сейчас попробую открутить вот эту еще. Головка не получится. Этим тоже ничем не получится. Так, тут туда кидаем прокладочку. Ну, у нас и в кулере тоже есть. Ну, вообще, в целом, не ушло масло-то. Че вот мне его болгаркой отпиливать? Эта турбина будет на выброс. Отпилю болгаркой. Просто я не знаю, сюда я знаю, что... А, вот попробую вот таким сейчас. Приобрел вот такой... Удлинитель с плавающим. Может быть, он мне и поможет. О, yes. Так вот, короче, что происходит, когда машина ехала-ехала и заглохла, пунит, не заводится. Там первый признак, то есть можно открыть заливную горловину, заведется машина, будет валить прям такой огромный столб дыма, и где заливаем масло. Это говорит о том, что у вала, то есть два конца, вот крыльчатка, горячая, холодная, то есть как и улитка, у нас горячая и холодная. Когда обламывает вал, вот эта горячая точно попадает вот так в окно, сюда, забивает выпуск, вот он застрял, вот он, все, мертво застрял. Выпускные газы не выходят, выхлопные, и все. То есть если у нас эта часть, вот она, турбины, она вот она вращается, видим, да, болтается, вращается. А задняя часть не шевелится. Нет, все. Ну и дай бог ему здоровья. Ничего мы не будем с этим делать, просто выкинем на помойку. Короче, нам дадут турбину. Интеркулер, вот он у нас. Мы его сняли. Здесь снизу лопнул он. Вот сам двигатель. Обычный мотор. Получается Grand Starex 10-го года. Здесь вот распилены кронштейны под форсунками. Это говорит о том, что постель здесь стоит от 100,
145, то есть мотор Евро 3, то есть это могла быть Kia Sorento 145 сил, Starex 145 сил, Porter 2, все что угодно, но не Grand Starex. Так вот, все везде перевернули, вот у нас, видите, то есть вот это охлаждение, то есть у 145 и у 170 на охлаждение турбины, он всегда стоит здесь, видите. А здесь он должен стоять вот в этом месте, дальше. То есть он стоит немножко дальше. Там хомут, тут хомут. Непонятно, короче, кто тут еще натворил. Куча болтов непонятных, непонятной резьбой и под непонятный ключ. Следующее. Нам что нужно сделать? Так как она развалилась, в принципе, есть шанс, что с давлением масла все хорошо. Потому что заводили ее. Смотрел, здесь вроде бы нагара нет, пробочка чистая. Вроде бы как все прекрасно там, но отсюда валит такой огромный столб дыма, что сказать о том, что сгорели шайбы под форсунками или нет, возможности нет на данный момент. Теперь нам надо померить давление масла. Что нужно? То есть без турбины будем мерить давление масла. Мы сейчас заглушим эту подачу, возьмем вот эти две шайбочки. То есть, как вы, допустим, тоже люди многие говорят, что делать в дороге? Если вдруг развалилась турбина, то нужно делать следующее. Находим болтик. Вот такой. Пойдет. Болт десятка. На него ложим шайбочку. Раз. Ищем еще шайбочку, точно такую же медную. Вы можете в дороге использовать те, которые у вас на турбине. Главное не потерять. И гаечку, чтобы все это зафиксировать. Заводить будем прям так. Будет шумно. Но рисковать турбиной, которая стоит на данный момент больших денег, мы не будем. Мы так уже делали не раз. То есть вот ключик снизу, раз, 14, отсюда. То есть если вдруг у вас в дороге развалилось что-то, то вот так глушим и можно доехать. Главное, чтобы в моторе было масло. Так, теперь следующий момент. Антифриз. Мы слили антифриз. Надо закольцевать, потому что я порезал там все патрубки. Сейчас закольцуем каким-нибудь шланчиком. Зальем антифриз. Что там смотришь? На Алькантару? Да, там. На самом деле не понимаю вот и Алькантаре вообще, какую бы я не видел, меня она как-то прям бесит, раздражает, не могу. А когда становится старая, это прям какая-то прям на крысу на какой-то похоже. Лысую причем. Так вот, тут видно, что здесь какая-то кака, песок, грязь. Ну, нам особо много не надо. Антифриз разливной. Американский, хорошего прям качества. Я. У нас ребята все себе залили, я тоже себе заменил. В отличие от этих Nord, Pilot и так далее, они потом сворачиваются, либо теряют цвет, становятся прозрачными, либо вообще непонятно, что происходит там с ними. Сейчас зальем, проверим уровень масла и будем заводить ее. Будет громко, но куда деваться. Сразу он нам должен дать на холодную 4,5-5. При нажатии на педаль газа он отсекать должен тоже в районе 4,5-5-5,5. Так, что там, где датчик давления, кто не знает, вот он. Вот эти все переделкины с Grand Starex'ами, они надоели уже вообще просто. Получается, вы приехали в сервис, все, вроде бы у вас Grand Starex, мы готовы, объявили вам стоимость, залезли, а тут бардак. Вот. И как бы добавить не можем, вроде бы, за всю эту возню. За поиск болтов, всего переделки чего-то. Вот. И вам объяснить, что это стоит других денег, очень сложно. Поэтому, как обычно, мне придется все это переделывать. Ну, по возможности. То есть головка на 24 длинная. Резьба в блоке и резьба на датчике не совпадают. Должна быть проставочная муфта, которой нет. То есть тоже. Он, конечно, не тек, можно все это закрутить. Я постоянно ставлю эти муфты. И их уже, не знаю, наверное, не осталось этих муфт. Получается, здесь резьба тоже на датчике практически сорвана. Датчики надо менять. Сейчас посмотрю, где-то валялся вроде у меня. Вот у меня там специально есть шкафчик. Держу такой, где всякие-всякие штучки валяются, чтобы вот эти мелочи. Потому что если сейчас заказывать эту муфту, то пройдут дни, а то и недели. Вот, поэтому я держу такие вещи. Вещи эти, конечно, не новые. То есть это все БУ, но у кого-то, допустим, производили замену мотора, и там все это стояло в сборе. Вот, поставлял. Короче, ничего не выкинул. Вот она, муфточка. Вот, то есть здесь резьба одна, здесь другая. То есть шаг резьбы. Если здесь у нас 1,25, то здесь однерочка.
внутри. И она здесь под конус. Эти шайбы крайне редко они там текут или что-то. Кто-то там их там чистит чем-то, зачищает прям. Но это, конечно, не та. На этом барабусе стоят проставки, и вообще неудобно. Он такой высокий. Делать его мне иногда приходит на цыпочки вставать, чтобы... Так, проверяем масло. Там, в принципе, немного вроде вылилось. И когда я стоял на улице, тоже вроде смотрел. О, даже выше уровня. А, все, я вспомнил. Женщина сказала, что испугалась и плюхнула туда с канистры масла. Я сейчас спросил, говорю, а что много? Она говорит, я от испуга его туда немножечко добавила. Так, датчик будем давление ставить другой. Этот выкидываем. Туда же вот здесь... Че, иду за манометром. По идее, сейчас на холодную. Ну, мы загнали с улицы. То есть нагреться она не успела. Должно показать ниже 4. Нету никого, кто боится. Это сейчас грохота, который сейчас будет. Вот. А то сейчас люди, может быть, ремонтируют что-то, испугаются. Топливо есть, там заглушили, охлаждение закольцевали. Все, заводим. У меня был Grand Starex, на котором заводишь, выплевывало там какое-то количество дыма белого, запах был масла. И в таких случаях причиной является либо турбокомпрессор бросает масло, либо маслосъемные колпачки. Может быть, разбитые направляющие, может быть, колпачки, там что-то такое. Так вот, я снял турбину, вот так же завел. Завел вот так же. И поработав, я увидел, что отсюда прям из цилиндров выливается масло, стали появляться капли. Вот, но в данный момент, вот сейчас, смотрите, когда мы утром заводим машину, и там какой-то дымочек чуть-чуть появился, в принципе, это нормально. На любой машине, даже на новой, на исправной. Если у вас нет сажевого или ката, допустим, да? Если у вас есть сажевый кат, то, скорее всего, не будет никакого дыма. То есть. Вот. Но если он удаленный, потому что там конденсат. То есть сейчас видно, как его выкидывает оттуда. То есть она стояла холодная на улице, все это нагрелось, и вот видно, что он стал выкидывать конденсат. Небольшой. То есть сейчас это все высохнет, пройдет там. Так, ну что, давление он нам показал на холодную 5. Сейчас еще будем греть. Пусть шумит, гремит. Надо хотя бы хоть чуть-чуть. То есть заметить, с какой скоростью падать будет она. Поставил шпильку в конце. Здесь. Там стоял болт. Это категорически запрещается в головку. Закручивают. Потому что при затяжке он вырвет резьбу. Коллектор, потому что ведет постоянно. Вот. И если его затягивать... По давлению что? Давление нам нужно было предварительное. Погрели там буквально минут 5, потому что дышать вообще нечем. Вот. Вытяжку не поставить. Вот. Погрели минут 10, упало до 3,5. Наша задача, то есть, было померить замер давления, чтобы турбина в момент прогрева не было голодания масла. Можно было, конечно, это из турбины сделать, но поставим новую турбину, поставим датчик и будем полностью греть уже. Когда все будет охлаждение, все будет работать, тогда уже будем полностью. У нас должно быть не ниже 1,8. То есть, когда прогреем полностью, не ниже 1,8. Так, сейчас нам будут давать запчасти. Здесь я вроде более-менее уже что-то подготовил. А, датчик давления. Теперь затягиваем. И ставим за разъем. Кронштейн от турбины где-то там прям вообще сантиметр был. Надо его как-то попытаться, болта не было, попытаться поднять наверх. Но лучше вот так сделать. Оп, и готово. Где-то, может быть, кантовали или что-то такое там. Ну, когда это был контрактный мотор, тогда и согнули, скорее всего. Даже, мне кажется, он чуть выше, но потом я его подключу. Так, здесь, в принципе, у нас все вот по коллектору. Очень много машин приходит, которые после замены турбины через некоторое время идет свист под нагрузкой. Многие думают, что это турбинная проблема, но на самом деле свистит прокладка. Прокладка, потому что у нас бывает 3-, 4-, 2-слойная, в зависимости от производителя этой прокладки. Допустим, прошлись, протянули один болт и 7 гаек,
Потом проходим второй раз, третий раз. И чувствуем, что они подтягиваются, подтягиваются и подтягиваются. Это говорит о том, что коллектор кривой. Есть коллектора, которые приходится отдавать на шлифовку. Так, это у нас линеечка для замера ГБЦ. Вот сейчас мы ее положим и посмотрим, что с нашим коллектором. Ну вот, есть чуть-чуть, но совсем чуть. Я вот сейчас прижимаю на эти две. И вот видно, что он там чуть-чуть есть. Да. То есть это не страшно притянется, потому что меряем там по миллиметру даже есть. То есть кривые. И их уже отдаем на шлифовку. То есть либо шлифуем, ну, новый просто стоит что-то очень много. То есть шлифовка в разы дешевле. Шлифуют не у нас, мы отдавали. Отдаем коллектора. И то есть шлифуют полностью плоскость. После этого я потом линеечкой уже смотрел, все было ровненько. Ну да, поддон видно, что стоит от портера. То есть он на Grand Starx должен быть меньше. И вот этот слив, то есть не должно быть. То есть заглушку поставили, заглушили. Галяются как хотят, а потом мне приходится мучиться. Так, что тут у нас дали-то? А далее у нас интеркулер. Время по выдаче запчастей. Ну, прошло минут 15. Все, интеркулер оригинальный. Здесь все у нас турбокомпрессор. Тоже, по всей видимости, новый, оригинальный. Как должна выглядеть турбина? Какая должна быть бумага? Какой должен быть мешочек? То есть все привозят, говорят, мне сказали оригинально. А на самом деле там внутри лежит непонятно что. Постоянно говорю, вот оно. Вот эти все синенькие на шпилечках. Все, она полностью отрегулирована, регулировать не надо ее. Подача давления масла, на той нет там крепления, и она немного согнута. Это прокладка, вот она, видите? То есть она у нас трехслойная здесь. Есть двухслойная, четырехслойная прокладка. И когда коллектор не прижимает прокладку, она начинает свистеть, как губная гармошка между этими слоями. Малая круглая, домик приемной трубы, охлаждение патрубок верхней. Так, ну и тут у нас это, чтобы обезжирить, масло, фильтра, воздушный, топливный, салонный. Закончили мы с Grand Starx, с турбиной. Осталось проверить, как работает турбинка, сбросить ошибочки, потому что прокачивали турбокомпрессор, отсоединяли разъемы стопленных форсунок. Пробег 224 900. Но это неправда, потому что мотор уже стоит следующий, его уже скрутили. Сейчас мы можно, кстати, глянуть ее родной пробег, поток данных. Вот если есть такая функция, пробег показывать он будет в миллионах. Чек 338 300. А не 225, то, что у нас указано. Я же говорю, это просто как бы то, что продали уже. ЕГР у нас заглушен здесь. Катализатор здесь отсутствует. Так, давление топлива. 27-28 норма. Должно быть 29,4. 1-2 бара не считается. Допуск. Датчик давления наддува у нас от 0,980 до 1,029. Это максималка. То есть у нас средняя стоит. Так, температура воздуха, температура топлива соответствует. 1-2 градуса тоже допуск. Расход воздуха должен быть от 7 до 9,5, 8,6. Расход воздуха минималка 58 должно быть. У нас 62, как у нового. Это ДМРВ. Нагрузка от 16 до 26. То есть 21-22. Отличная зарядка. Регулятор. Регулятор от 18, то есть хороший, от 18 до 22. Если переваливает за 22, то будет длительный запуск. Говорит о том, что топливные форсунки сливают. И скорость подачи воздуха тоже норма. 6-7. Турбокомпрессор должен дать нам от 1,8 до 2,2. 1,9,7. Вот я не до конца говорю. 2,05. И скидывает. То есть, если передового нет, то говорит, что клапан управления скидывает. О, что такое, ручка? Это на брабус. На брабус тоже. Так, здесь у нас все хорошо. Заводится тоже все хорошо. Ничем не дымит. На этой же машине будем менять сейчас ручку двери.
Может быть, знаете, вот эта ручка, допустим, вот дверь не хочет открываться. Вот, закусывает. Вот она, петля сдвижной двери. Вот, на той стороне, на левой, ой, на правой, вот ее выломали. То есть именно из-за этого ее и выламывают. Сейчас мы заменим ручку и заменим петлю правую, среднюю, сдвижной двери. Вот эту. Но менять будем только на правой стороне. Сказали, что слева все хорошо открывается, но вот у меня не получилось. Все. То есть по турбокомпрессору закончили. Как менять ручку, показывать не будем. Вот. Поэтому все. Всем счастливо. До новых встреч.